Глава татарстанской митрополии архиепископ Анастасий совершил визит в Зеленодольск. Ежегодная архипастырская поездка приурочена к празднованию Дня святых первоеврехованных апостолов Петра и Павла. Подробности у наших коллег из информационно-издательского отдела Казанской епархии. В храме в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла управляющий татарстанской митрополией возглавил божественную литургию. Владыки сослужили благочинный Зеленодольского района, настоятель Петропавловского храма протоиерей Святослав Мирганиев и духовенство благочиния. Посещение Петропавловского храма в этот день правящий архиерей совершает ежегодно. По доброй традиции владыка из года в год поздравляет духовенство и прихожан храма с праздником собора святых апостолов. По завершении литургии архиепископ Анастасий обратился к собравшимся со словом поучения, в котором пожелал верующим достигать подобия Божия, проходя по примеру святых апостолов Петра и Павла через все скорби и лишения, и соделать это достижение основой своей земной жизни. Сегодня по традиции на второй день мы собрались в этом храме, чтобы помолиться первоверховным апостолам о том, чтобы Господь ниспослал нам тот же дух, которым они жили, который они приняли от Христа. Сегодня в апостольском чтении вы видели и слышали, сколько бед и скорбей пришлось перенести апостолам для того, чтобы проповедовать Слово Божие, для того, чтобы стать верными учениками Христовыми. Но они были верны своему учителю, они были верны ему даже до смерти. Они пережили с ним всю его жизнь, все его страдания, и вместе с ним... С его страданиями они восприняли страдания в свое сердце, и они жили для спасения не только своей бессмертной души, но они жили ради спасения всех тех, кого вручал им Господь, всю ту многочисленную паству, которую они приводили ко Христу. И поэтому-то апостол Павел взывает: «Подобным не бывайте, как я Христу». Вот это подражание Христу должно стать насущной потребностью каждого христианина.